Эй, гайз, с вами Кироайс, и сегодня мы будем играть в Standoff 2. Да, почему долго видео не было? Ну, не знаю. Просто не очень хотел, и времени не было. Ну что, ребята, сейчас, ну, поставьте лайки, подпишитесь. Позже подписка на канал, лайк. Ладно. Мы сейчас пойдем в гонку вооружения выбрать. Поехали. Угу. Я думаю, это начальная карта, в принципе. Я всегда говорю, что это начальная карта. Не знаю, пишите в комментариях, ошибаюсь я или нет. Но мы начинаем катку. Поехали. Так, могут. О, повезло и фартануло. Сейчас увидите мой скилл. Я не очень-то давно играю, я только начал. Так. Блин. А, меня убил командир. Ну ладно. Блин, я же говорю, я не... Блин, ну рыли. Ну ладно, пацаны. Найс! У-ху! Найс! Кто так же умеет, ставьте лайки. Кстати, я... А, это я топ-2? Повезло, повезло. Что-то не хотят нам на базу идти. Ну ладно. Найс! Урыл. Опа, на базе нашей кто-то. А уже нету. Ой, пипец. Блин, пацана, дробовик. Вот у меня такой же. Так мне еще нужен четвертый. Найс. Почему я... Найс! Найс, убил. Найс. Зарядочка. Ёпрасоте, сколько вас? Да блин, а не я опять. Ладно. Окей, вар. Крыса. С одной тычки, ладно. Ничего страшненького. Ребята, я вам повторю. Я очень плохо играю. Да, вам не послышалось. Ну, опишите вот от 1 до 10 мой скилл. Фак. Просто. Найс! Ага, у меня ФМАС. Блин, их трое. Блин, почти командара убил. Блин, перезарядка тупая. Фак, не я. Ну ладно. 9 килов у нашего пацана. Крыса! Со спины! Так, ребята, только крысы делают, если вы знали. Ну, я знаю, вы точно знали. Так. О! Блин! Ладно.
Ёпарасы. Ты кто? Найс! Двоих урыл. Дробовика. Вблизи. Мэджик. Блин, а почему не я командира, а? Почему? Не, М-ка сейчас, ну... Как бы вот. Почему именно Артур убил, а не я? Да блин! Да как? Крыса ты! Вижу. На тебе в голову, понял? Найс! Найс! У-ху! Ебои! Сака урыл. Да, значит, так? М-16 и АКР-12. Да! М-16 всегда лучше было. Главное, чтобы вот последний чел не получил вот... ножик. Потому что это будет обида, фиаско. Ребята, кто же тоже не любит... Что суровое кого-нибудь... Блин, промазал опять. На! Факты. 14-е орудие. Ну все, у него зигл сейчас будет нажара. Найс! Тупо со снайперки. Да! Снайперки, а. Да блин. А, я убил? Круто. Теперь у меня скаут. Скаут. Блин. У чела вообще по 90. Ну блин, он тупо фармер киллов. Вначале он лох, а в конце уже бог. Иди ты в сраку! Если сейчас пацан убьет с ножа... А, фух. Че вы убили с ножа? Блин. Иди отсюда. Сволочь! Иди сюда, мразь! Убью тебя! Убил. Так, живем. Меня сосны пухи урыли. Вот. Убил. Я вообще про себя молчу, потому что у меня херовое оружие. У меня скаут только, это 10-е орудие только. Там, ну, смотрите, вот это последнее вроде снайпуха. Да блин! Тихо, живем. Не живем.
Найс! Тупо в хэд. Попал, но не убил. Обида очень. 15-15! Офигеть. Мужиков контора. Ну, твою мать. Ну, на третьем месте тоже неплохо. Ура. Ну что, еще, ребята, в одну катку зайдем. Сейчас загрузится. Ну, мне точно ноль дали, конечно. Я ж не фартовый чел. Хотя, ладно. Сейчас будем ждать. Ждем. 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 А? Подспал хорошенько. Да. Побеждает игрок, совершившийся убийство из всех оружий. Значит, в игре 30 орудий. Если у терроров 15 и спец 15, то есть получается 30. Найс! В голову. Двоих подряд! Ну, понятно, я думаю, с нами нубы. Что, меня с ножа хотел рыть, да? Ну. Блин! Тупорылая переза... Нет, зря сказал, что они не басы. Произошли технические шоколадочки. Найс, убил. Фак. Ой, уже 6 киллов. Найс, убил. Найс, убил. Блин, ладно. Пять киллов. Я уже лидер. То есть, получается, они все на меня? Ёб твою мать! Ёб твою мать, а. Сволочи вы, скотобазы, а! Крысы. С ножа? Ну тебе хана. Оп, мимо, обман. Найс. Вы, они все на меня сейчас будут отыгрываться. Убил. Ю-у-у! Почему я только один тут тащер? А?
крысы, тупо со спины. Стега! Вы когда? Это самая тупая катка была в мире. Изумительно. Чекай. Найс. Сама шара солала. Козёл, мразь! Чего? Чего? Двое! Вы... нормальные? Ребята, я охереваю. Просто... двое против пятерых или шестерых. Вы нормальные? Почему все тиммейты уперлись туда? О боже мой! Это такая сейчас истерика. Нет. А вообще за эту карту. Мне 5 коинов дали за хорошую игру. Кейсы могут содержать в себе крайне редкие скины, которые отсутствуют в боксах. Вау, как это круто! Нет. Давай грузись, уже играю. Наверное, ребята, это будет финалити. Ты чё, на ножах? Чё, на ножах? Чё, на ножах? Крыса ты. С нами неплохие челы. Поехали. Так. Больше не тратить патроны. Найс! Урыл. С первой попытки. Цепляться в меня не надо. Вот это у вас бунтяра. У меня последний патрон остался. А как? Ребята, тут читер. Читеры! Уроды. Ну чё, я топ-1 никогда уже не займу, а? Пожалуйста. Топ-1. Просто топ-1. ПЖ. Я убил. Ты закаль... с одной тыхи. Вуз смока, если ты меня слышишь. Ты дебил! Просто тут карта, Лен, не на... тут карта не на ножах.
просто карт для обычных челов. Видите, как сложно тут. Я не люблю вообще эту карту, это самая тупорылая карта. И те, кто в нее любит играть. Не, просто... С нами еще донеры. С ножа! Охереть! Ненавижу. Иди ты в жопу, а. Иди ты... Сраку! Наконец-то хотя бы с ножа у чела убил. Опа! О, как хорошо! Ой-о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 й. Крысы. Уже у пацанов 13 киллов, у меня 0. Ну или 2. Не знаю. А, у меня 3. Или сколько? Короче, хер знать. А, 3. Вот я выявился. Вот я флаг России. Просто фиаско. У всех дробажи. А мне не дают дробак. Дайте дробаш. О, топ-3 занял. Ну, наверное, это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы Блогер Пия Блог, Кроу. С вами был я, Киро Айс. И всем удачи, и всем пока-пока!